Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя выдалась совсем короткой, и впереди нас ждут 4 дня выходных. О том, как их провести в Самаре, расскажу прямо сейчас. 23 февраля, в День защитника Отечества, в театре «Самарская площадь» показывают спектакль «Красное вино Победы». 6 героев, оказавшиеся в госпитале весной 1945 года, испытывают противоречивые чувства. На поле боя они получили ранения, но тишина и стерильность больницы для них непривычны. Каждый готов бороться за свою родину до конца. Их история никого не оставит равнодушным, заставит переживать, грустить и порой улыбаться. Начало спектакля в 18:00. В самом разгаре масленичная неделя. Масленица – старинный русский народный праздник. Это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. В Центральной городской детской библиотеке проводы зимы пройдут с размахом. 25 февраля в 12:00 состоится праздничная программа «Масленичные посиделки». Будут играть в народные хороводные игры, петь и танцевать. 26 февраля в 12:00 состоится фольклорно-творческая программа «Масленица пришла». На ней гостям расскажут о традициях прощенного воскресенья и подведут итоги недели. Также в программе мастер-классы, загадки и народные песни. А еще проводить зиму можно будет 26 февраля на площади Куйбышева. С 11 до 16:00 состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Посетителей и участников ярмарки ждет традиционная выставка самоваров и насыщенная программа мастер-классов по народным ремеслам и промыслам. Гостям ярмарки откроется удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона. Вы сможете приобрести оригинальные подарки для себя и своих близких, авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду, предметы интерьера и еще много уникальных изделий ручной работы. В ярмарке примут участие более 120 ведущих мастеров. Не пропустите! На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.